Всем привет, друзья! Наконец-то настал тот день, когда выпало маленько снега. Я смогу попробовать, как работают противобуксовочные браслеты или сэндтраки самодельные, которые я сделал. Вот видео. Перейдите по ней, посмотрите, как их изготовить. Сейчас будем их тестировать. Поехали! Автомобиль Лада Гранта. Вот здесь вот проходит небольшой такой арык. Вернее, сейчас зимой небольшой, а летом он довольно-таки глубокий, наверное, сантиметров 60. Я сейчас попробую в него провалиться на машине передом и потом, используя свои сэндтраки, выехать. Будем надеяться, что они мне помогут. Засел. Так, сейчас вот так поближе подсовываем все это дело. То есть эта часть уже буксует. Укладываем наши центраки и пробуем выехать. Линуль, отойди чуть-чуть. Бензин кончил. Вышел. Вот они эти. Ну, вот теперь там заглушил. Считаю, на вот на дне сидела. Если видите, вот обшивка, вот это колесо буксовало. Так что, ребят, в принципе, если не сильно застряли, вполне обалденная вещь. Вот такие вот противобуксовочные ленты, сделанные своими руками. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.